сегодня у вас. Спасибо большое, что смотрите наш телеканал. РТС дарит подарки самым внимательным зрителям. Накануне наша телекомпания завершила розыгрыш призов. Победителями стали два жителя Абакана и телезрительница из Аскиза. Условия для получения приза простые. Нужно было отсканировать QR-код с экрана, ответить на вопросы. Победителем стал тот, кто первым прислал правильные ответы в мессенджерах. Смотрели с женой ваш телеканал, часто смотрим розыгрыш. Думаю, дайте попробуем поучаствовать. И решили попробовать, и выиграли. Я на самом деле первый раз, у меня жена постоянно ей везет, она мне на это дело и, так сказать, подтолкнула. Ну, подарки, по-моему, любят все, и маленькие, и взрослые, поэтому никто от них не отказывается. А сегодняшнее утро для меня стало на самом деле таким приятным и сюрпризом, когда я увидела смс, что вы стали победителем. Каждый победитель получил целый набор новогодних презентов. Живую елку, сладкий подарок под праздничную зеленую красавицу, мясные деликатесы и канцелярию. Поздравляю всех жителей Хакасии с наступающим Новым годом. Желаю счастья, любви, здоровья вам, вашим семьям, близким. Чтобы все мечты сбывались. С Новым годом!